Да, как и ожидалось, встреча будет продолжена. Продолжена она будет игроками Бикинеза. В атаке Зайнабека Джиев переводит мяч в сетку ворот. Пожалуйста, друзья, капитан команды выводит свою команду вперед. Бикинез забивает. Хорошая передача. И мяч отправляется снова на левый фланг. Передача доходит до Зайнабека Гаджиева, который практически в пустые ворота не попадает. Очень хорошая. Снова мяч в атаке. Нурахмедов коленом. Не знаю, это передача задуманная была или нет. Зиаудин Магомедов обводящим ударом. Очень красиво было исполнено. И голкипер справился. Если бы не голкипер, я думаю, в самый... Умаров. Зиаудин Магомедов. Какой удар получился. И спасает здесь Магомед Мухтар Алиев. Что здесь, нарушение правил атаки? Ходит до Сулейманова. Шамиль Сулейманов, прострел, можно забивать, как же ты тут не попадаешь, Исаков, пожалуйста, друзья, угловой, ходит до Тагибекова, Тагибеков сам пошел, можно уже простреливать, мяч попадает в защитника, удар по воротам, и Сулейманов Магомед отправляет мяч в сетку ворот, как раз таки Тагибеков отдавал эту голевую передачу, что здесь, повтор просят, не дав... Тагибеков... Удар отличный с дистанции. И мяч летит мимо ворот. Исаков на подборе. После этой передачи нужно уже что-то создавать. Зиаудин Магомедов. Вот теперь можно было пробить. Но он отдает передачу на Яхья. Его отличный удар. Но с внешней стороны попадает в сетку ворот. Удар по вороту, мой, вот вам, пожалуйста, и техника Ислама Сулейманова. Как он разглядел этот угол. Тагибеков, вот можно пробить с правой ноги, он хороший. Ой, какой удар, вот, пожалуй. И передача хорошая, какой розыгрыш, неужели до ворота идут. Здесь снова забирает Чарада, никто не дотягивается до этого мяча. Передача в чужую штрафную. Удар! И мяч в сетке оказывается. Вот так вот добились своего. Чарада забивает. И делает это Сабир Исаков. Долго... Разыгран. Стандарт. Гаджиев бьет. Попадает, по-моему, в створ. И там Акинес не смогла выиграть. Точнее, команда Чарада в меньшинстве одолела команду Бикинес. Вот так вот, друзья, ждем начала следующей встречи.